Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Сейчас я нахожусь в одном небольшом городке на самом севере Германии. Городок называется Дагебюль. Сейчас я хочу пойти непосредственно к берегу Северного моря и посмотреть, что там происходит. Там обычно, когда отлив, то воды, в принципе, не видно километров на 10. А когда прилив, вода у моря. Тут же есть паромная станция, то есть паромы на разные острова тут есть. Недалеко Зюльт, остров, это такой очень известный в Германии остров. Ну и много-много других интересных. Я тут нахожусь, в принципе, недалеко, в 20 километрах от этого места. И так подумал, а почему бы не съездить и не поснимать немножко здесь, на природе, так скажем. Давайте сейчас. Правда, если я сейчас разверну камеру, то солнце будет светить непосредственно в камеру, и это будет плохо. Ну, я думаю, мы сейчас как-нибудь найдем ракурс, чтобы можно было вам показать. Сейчас мы подходим к дамбе, которая, скажем так, идет вдоль берега моря. На случай, если вдруг уровень моря поднимется, чтобы не затопить непосредственно землю. А непосредственно за этой горой получается уже Северное море. Я нахожусь сейчас, можно сказать, в самой крайней точки, северной точки Германии, на берегу Северного моря. Погода у нас сейчас отличная, прям тепло. На приложении показывает где-то градусов 13-14, но по ощущениям все 20. Так что это прям радует. Еще что меня здесь радует, здесь открытые ресторанчики на улице, то есть люди сидят без масок, спокойно пьют пиво, то есть идет нормальная жизнь. Не сравнить то, что происходит в Берлине. В Берлине, чтобы зайти в магазин, купить там что-нибудь, тебе нужно сначала сходить, сделать тест и уже с этой бумажкой идти непосредственно в магазин. Но это бред полный. Сейчас удачно я зашел, тут как раз море видно. Неудачно то, что солнце светит прямо в это. Давайте здесь спустимся. Я когда здесь был в прошлый раз, это было прошлой осенью, был как раз отлив, и воды не было до горизонта. И здесь вот паромы сейчас покажу. Вон, видите, паром, да? На самом деле здесь очень мелко, вот реально очень мелко, и для парома до следующего острова вырыта прям канава. Паром идет прям по канаве. Поэтому во время отлива, когда воды здесь нет вообще, скажем так, кажется, что паром идет тупо по песку. Но на самом деле это не так. Так, куда пойдем? Давайте сначала пройдемся вон в ту сторону. Вот такая вот здесь набережная. Смотрите, вон травка вся выкошена прям идеально. Прикольно, атмосферненько. Это удачно я сюда заехал. Здесь, когда вот отлив, здесь люди прям гуляют. Гуляют по этим, как он называется по-немецки, он называется Ваденмер. Но тут есть опасность, то есть можно пройти точку невозврата. То есть когда зайдешь за какую-то границу, и во время отлива ты просто не успеешь прийти на берег, и есть шанс утонуть. Поэтому подобные прогулки, они очень опасны, чреваты. Только опыт, надо иметь опыт таких прогулок, знать, когда идти, куда идти, насколько идти. Давайте сейчас подойду непосредственно к самой воде. Солнце прям слепит ярко. Водичку хоть пощупаем. Ну ничего, прикольное. Давайте, думаю, пройдемся, куда бы пройдемся. Пойдемте посмотрим этот паром. Может, там что интересное будет. Честно, я ожидал, что народу будет здесь намного больше. Народ есть, но мало. Хотя сегодня воскресенье, погода в кои-то веки стала более-менее нормальной.
Ну, где-то мотоцикл шумит. Так, надо штаны подтянуть, что-то. Вы знаете, друзья, у меня есть адское желание когда-нибудь, когда можно будет заехать в Данию, поехать на остров Рём. Это относительно недалеко. Остров Рём 80 километров от границы с Германией. Чем интересен этот остров? Там очень широченный, здоровый пляж. Такой дикий пляж, можно сказать. И я там хочу заночевать с палаткой. Там, конечно, это делать нельзя, но мне почему-то хочется. А если что-то хочется, значит можно. Так, тут какие-то трамвайные пути. Это получается, я сейчас пойду по трамвайным путям. Это нехорошо. Это прям нехорошо. Давайте-ка мы не пойдем по трамвайным путям. Пойдем как-нибудь. Вот тут сюда заезжают машины, которые хотят плыть на пароме. Так, лучше всего перейти дорогу. Да, действительно, ребята, удивляет, что народу мало. Сейчас самое то выходить, гулять сюда. У, блядь, красота. Народ запугали этой сраной короной. Теперь все дома сидят. Ну, а с другой стороны, нашим легче. Меньше народу, больше кислороду. Мото-братья откуда-то приехали. Вон сейчас проехала колонна. Видимо, были на каком-то острове. В общем, сейчас подойду к парому, посмотрю, что за паром. Дойду до самой крайней точки и буду возвращаться. В принципе, не жалею, что скатался. Прикольно. Ну, понимаете, да, Северное море – это море, которое впадает в Атлантику. Так что прикольно. О, еще какая-то паромная переправа. И вот непосредственно вблизи еще один паром. Интересно, куда он плывет. Когда-нибудь и я пойду, буду плавать на подобных паромах, когда поеду в Норвегию, обязательно. Это будет этим летом, стопудово. Я прям вот, я сплю и вижу. О, прикольно, сейчас покажу вам тут. Экскаватор на воде, прикольно. Сейчас подойдем. В принципе, можно было сюда подъехать, что я постеснялся. Вон, смотрите. Все-таки Северное море и Балтика, она очень сильно отличается друг от друга. То есть Балтика, она какая-то грязноватая, что ли. Ну и Балтика, ты осознаешь, что это все-таки лужа по сравнению с Северным морем. Нужно будет обязательно как-нибудь сделать тур по островам Германии, вот именно по островам, которые находятся непосредственно на Северном море. Тут их много, поэтому есть где будет покататься. Скажем, каждый день один остров, скажем, ну, дней 10, скажем, покататься, да? Почему нет?
Все, сейчас поеду домой. Ладно, ребята, все, еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока, удачи. Увидимся в следующем видео.